На Тагильском пруду пока только уточки, хотя обычно в это время уже много любителей подледного лова, которые пренебрегают правилами безопасности и спешат на рыбалку, даже когда лед едва схватился. Толщина ледового покрытия на нашем водоеме неравномерна даже глубокой зимой. Есть риск провалиться. По прогнозам синоптиков, крепкий лед установится только во второй половине декабря, учитывая температуру воздуха. Минимально безопасная толщина льда составляет 7 сантиметров. Это для одиночного хождения и 25 сантиметров для группового выхода. Поэтому, еще раз напоминаю, ваша безопасность в ваших руках. Не рискуйте. Лед встанет не скоро. При такой температуре нарастать толщина будет медленно. Вот. Даже если вам придется выйти, настоятельно рекомендую иметь при себе так называемые спасалки, которые спасли не одну жизнь. Их можно приобрести в охотничьих магазинах, в рыбацких магазинах, можно изготовить самостоятельно. Главное, чтобы они были не тонущие, вот, ну и имели, грубо говоря, какие-то металлические части. Носятся вот на шее, вот так вот, у меня в кармашках они вот здесь. Где-то что-то случилось, вот в руках они все время постоянно и помогают вот так вот выбраться. Потому что лед в случае провала мокрый, скользкий, уцепиться будет не за что. А это очень хорошо может помочь. В эти дни тагильские спасатели совместно с полицией и сотрудниками администрации проводят профилактические рейды, раздают горожанам информационные листовки, напоминают правила поведения на водоемах в зимний период.